Всем привет, с вами Герман. И кто у нас сегодня? Ванёк. Ванёк. Отлично, мы с ним словились, наконец-таки. Короче, запишем очередную катку. Чего там, в напарниках, КС? Блять, я уже не играл в КС. Сколько? Я вот, наверное, месяц последний... прошёл. Вот я последний раз играл с тобой на записи, все, мы больше не играли. Ну да. Или нет сейчас, но как начнется. Ну вот, в общем-то, вроде как сейчас загрузка пошла. Так, я загрузился. Короче, мы с Ванькой словились в последний раз. Блять, меня лагает. А меня тоже что-то подлагивать начал. Подожди, я сейчас, короче, тогда... Блять, а что делать, если лагает? Блять, это слагать будет всю игру. Пиздец. Что как делать? Играть, я не помню. Короче, играем напарники. Я помню, что у нас мы снимали с Ванькой, мы его поднимали до калаша. Вот, я его даже, мы помню, поднялись с Ванькой до калаша, но он сейчас понизился. Вот, но это пофиг. Блять, сейчас нас еще раз понизит, потому что я, блядь, я не умею стрелять. Ой, я не понимаю, что происходит. Блять. Я забыл, как играть. Я тоже, мы месяц не играли, это пиздец. Может, нам нужно стоило хотя бы размяться хоть чуть-чуть? А то, блядь, сразу нахуй. Блядь, сразу записывать. Мне только сейчас дошло это. Да похуй. Я отвечаю сейчас за тащик. Они лохи. Пока есть лохи. Ебать, они на крышу запрыгнули. Короче, гаража. Я не умею так делать. Короче, что делаем? Тут тактика какая-то. Ранее жилеты покупаешь. Ну окей, давай, я тебя буду слушать. Чё, куда идем? Тебя лагает? Нет, у меня просто нет. Вроде как, ну, такое, 50 на 80, нормально все. 100 кадров, но мне может просесть из-за того, что я, блядь, видос выкладываю. Так, короче, блядь, я в доме, но я боюсь. Лево. Блядь, я в доме, лево. Я боюсь, я... О, блядь! Меня ёбнули. Я чувствую, что мы эту катку затащим. Так, у нас эко нету, поэтому МАК-10. Это смешно. Да. Давай, короче, смешно, если... То, что вы без разминки сразу. Да, если у нас не получится, короче, тащить не получается, то нужно как-то по-другому завлекать аудиторию. Давай, что ли, блядь, прикол... Блядь, короче, один на крыше. Это пиздец. Один на крыше гаража. На 100... Блядь, я хотел градусы сказать тебе, где он находится. Сука! Меня убили, блядь. Давай. Это самая офигенная катка. Это даже лучше, блядь, чем когда мы бухие записываем. Просто, блядь. Ладно, а чё брать-то, какое оружие? Не подскажешь? Я просто, блядь, уже не помню. Вион ли дигл? Окей, он ли дигл. А, блядь, они нас не слышат. Слышь, они он ли дигл? Я пиздец. Давай, не... короче, ставь, похуй. Откуда стреляют? Да с крыши, вон, они как-то залазят на крышу. Батя, откуда у тебя UMP, пороховой дым? Ты что, кейсики открывал? Да, по детству. По молодости. По молодости, блядь? Ага. Офигеть. Ну я КС-чку купил по скидке, деньги оставались. Я решил пооткрывать. Кейс забабахал. Так, короче, ну у меня эта фигня, вот эта, да, как у тебя. Короче, я не знаю, давай сменим тактику, что ли. Смотри, они на крыше постоянно, мы их не сможем убить. Опа, блядь! Минус я. Короче, он в доме там, один на крыше. Вон слева, видишь, в доме наверху. Давай, Ванька, молодец, блядь. Все, сейчас. Ну, вот такое, блядь, ему один выстрел, и ты... Минус ты. Давай, я верю в тебя, блядь. Это слив, блядь. Ну, я верю просто. Ты малорик, ты сможешь, блядь, давай. По пяткам стреляй, я не знаю, что-нибудь делать. Ты видишь его, нет? Нет. Я нет. Похуй, крысим, блядь, сидим. Давай, как здесь подниматься, я забыл. Прыгать. Слышь, тихо, на шифте иди. Блядь, как они на крышу залазят? Сломай систему, залезь на крышу тоже. Вон, по камню. Бля, вон он, на воде, на воде. Пиздец. Ага. В окно. Пиздец. Че делать, бляха, просто... Давай, блядь! Тварь. Дай нам, пожалуйста, один раунд выиграть. Дай нам один раунд взять.
Мы, ну, мы. Я туда написал? Да. Короче, блядь, они на крыше сейчас по-любому когда опять полезут. Сейчас я муху возьму в следующий. Муха? Да муха это фигня. Да я башню снесу. Ну это будет наш разминочный, короче. Я так полагаю, раунд. О, коллаж взял? Угу. Блядь, у них денег. А, давай, я сейчас... залагал. Чё там? Где, где, блядь? Снизу. О, вижу. Второй на крыше. А второй на крыше? Какая разница? Я даже не попал в него ни разу. Господи. Неужели тут такие задроты играют, блядь? Все, мы 4 звезды улетят просто. Да пофиг, давай, короче, а, ты это? Я, короче, петух. Дай, да-да, дай бомбу, я... Залетаю просто, блядь, в дом вообще на изи. И просто всех там еборю, нахуй. Вот, смотри, сейчас. На шифте захожу. Попал. Давай, давай. Я, короче, тут сейчас в доме пока. Так, я слышу, по-моему, шаги, но... А, вот он. Где? Внизу. Минус. Минус. Хорош. Отлично. Блядь, наконец-то мы хоть... Давай сейчас второго, ё... У него лоу. О, блядь! У него лоу. Все, минус. Ты че думал? Не так уж все и плохо. 5-1 сейчас это... Давай, короче, P90 берем и все. Два петуха чисто. Так, сейчас. Мне понравилось. Ну, на самом деле, мне не очень понравилось. Это же такое себе. Ви онли дигл, блин. Не, я дигл не буду. Короче, все, такая же тактика, я сейчас... Опа, я слышу, дверь открылась, по-моему. Ну, это по... внизу, наверное, так что... Опа, у меня один. Блять! Минус 96, один просто... Все, просто писюльку одну в него, вот с пистолетами, слышь? Пистолет, бери, пистолет! Одну писюльку, минус 96. Просто, блять, я в тебя верю. Вон, наверх... А! Почему? Как он тебя подстрелил через как? Камень, блядь. Стой, давай, короче, все тяжелая артиллерия, типа, блядь, я беру эту приближалку. Давай, не знаю. Я направо пойду. То есть они на крыше, но... Сейчас приближалкой вообще на изи их вынесем. Мне световая прилетела. Так, я не вижу никого. Так, они только на крыше, да? Минус один, второй в луже. Какой луже? Слева. Что такое лужа, блядь? Слева от дома, вот здесь сюда. Там? Нет, справа. Привет. Какого дома? Я просто домом считаю вот это вот, блядь, это типа наш дом. Логика просто. Блядь. Что делать-то в таких ситуациях? Играй. А бомба, бля, у него, да? В смысле играй? Я не знаю. Ну смотри, у меня время, в принципе, есть. Че, давай, короче, вот. Короче. Вон, справа, справа. За камешком сидел. В каком как? Тут нет, это вода, блядь. Не в том правом. Все, ладно. В каком? Играй. Ты где бомба-то, проёб? Вон он. Вон он. Блядь. О, да, блядь, минус. Головка, блядь. Все, GG. Ну сейчас изи будет, сейчас за это. Давай я, короче, смотри, тактика нубов. Сейчас я беру ЧЗ-ку, короче, они вообще охуеют. Просто я сейчас беру ЧЗ-ку и бегу на них ебучки им бить. Нормальная тактика? Да. Они не ожидают, я тебе отвечаю. Смотри, сейчас я бегу прям, нагло в двери захожу. Один снизу, один слева. Блин, меня сняли, минус 33. Я случайно там меня убил. Короче, два дигла, я тебе вообще не завидую, блядь. Ну, вон, трактор вверх, вниз, а, лево. Как все сложно. Так, а до скольки? До 9, да? Ну, у нас пока, смотри, если мы сейчас ни одного раунда не сольем, бери М9, МП9. Хорошо. У меня ничего больше брать. Ни одного раунда не сольем, то мы, короче, это... Выиграем. Но это вообще не точно, потому что, блядь... Так, я уже нашел... А, блядь! Меня убили. Попал. Блядь. Точно еще одну будем записывать. Я не знаю, я это даже выложу, потому что мне нравится. Все, угораем. Весь видос угораем. Да, дебилы, блядь, какие-то, нахуй, меня дизлайкают сразу.
А чего у тебя по просмотрам? Просмотром? Да что-то хуёво всё, но... вообще, в целом, по каналу просмотры растут. Поэтому... Я поэтому и говорю тебе, давай записывай, чтобы нас побольше человек посмотрел. Так, я, короче, никого не вижу. Блять. Я знаешь, я, короче... Откуда? Минус. А Слимус... Я в окно не могу пролезть. Я толстый, блять, я в окне не могу. Стой, стой, слышу звуки какие-то. Я испугался, я убежал на второй этаж. Короче, все, сейчас. В ничью выйдем, отвечаю. Опа! Сука, умри! Тебе калашик дропнуть? Давай. 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 На. Ну на. Че ты мне дропнешь? Это нормальный дроп, я тогда возьму себе. А ук давай я себе возьму. Ладно, я залетаю. Давай. Главное там это, нормально, чтобы было у тебя. Флешка. Опа! Бля, минус я. Слушай, они реально жесткие. Короче, один с приближалкой. Один... Ладно, ага. Похуй. Короче, с вами были Ваня и Герман, блядь. Все нормально. Вагбан, ты чего, блядь? Вагбан? Слышь? Че? Мне сейчас написали вагбанит. Посмотришь потом. Перчаточный кейс, офигелся все. Короче, мы заканчиваем на этом нашу серию. Мы проиграли, но... Достойно, я считаю. Какой так достойно? Что... Одна звезда против. Да похуй. Зато какая большая он. Они над нами смеются, а вот зря на самом деле, потому что мы даже не размялись. Ну, в общем, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Тебя повысили. Ой, понизили меня, блядь. Всем пока.